утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Война началась 22 июня 41 года. Она застала меня курсантом Сумского военного артиллерийского училища имени Фрунзе. Это город Сум. Обстановка была на фронте, тяжело на фронте. Враг врывался, врывался вглубь. И дело дошло, что значит, и военные училища тоже были прекращены занятия в училищах. И в конце июля 41 года наше Сумское артиллерийское училище значит, направили на фронт. Значит, в августе, сентябре, в октябре, ноябре, вот это период. Значит, я воевал наводчиком артиллерийского орудия, рядовой курсант. Бои были очень тяжелые, конечно, потери несли. Был контужен, но в ноябрю-декабрю 41 года фронт как бы стабилизировался, и наше училище вывели из боев. Вот. И отвели в тыл, еще 2-3 месяца позанимаюсь. Значит, и снова я уже присвоили мне звание лейтенанта. Вот. И в апреле 42 года я снова в боях. С 9 августа 1942 года, будучи командиром взвода 47-метровых пушек, это маленькие такие пушки против танковой артиллерии, значит, я был ранен 9 августа 1942 года, лечился в Тамбове. Ну, правда, ранение было не особенно сильное, поэтому я всего 40 дней пролежал в госпитале. Было очень много раненых, все было заставлено ранеными. После излечения, значит, попал я снова на фронт и участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Польши. Ну, я был награжден медалью за освобождение Варшавы. Наш артиллерийский полк поддерживает пехоту. Вот. И мы находимся, допустим, командиры вместе с пехотинцами. Война – это жестокая штука. Пехоте нужно было идти на штыки. Есть 2-3 дня, и уже пехотинцев мало остается, понимаете? Командиры особенно, значит, в войну погибло 1 миллион офицеров. Особенно командиры, значит, взводов, рот, это пехоты, это несколько дней и все, или убит, или ранен. Получали письма мы из дому от родителей, там, друзей, вот девушек, которые значит, остались. Письма от мамы. Согревало каждый раз. Вот, нет, вот, поднимешься с кармашника и прощёшь. Вот она пишет, да, Гришенька там или ну как я говорю, вот, такая вот. Это связь с Родиной, это... Второго мая 45 года, вот
закончил войну в Берлине, в штурме Берлина. За участие на подвигах Берлина был награжден орденом Отечественной войны второй степени и за непосредственное заведение боев ордена Отечественной войны. Четыре года мать без сына, четыре года мать без сына, четыре года мать без сына, бери шинель, пошли домой. Залей пеплу наших улиц, опять, опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, бери шинель. Пошли домой.